Здравствуйте! В этом видео яхта «Азимут-43». Эта модель стала одной из самых популярных среди владельцев и туристов, берущих яхты в аренду. На нашем канале собраны популярные модели катеров и моторных яхт от самых известных производителей в мире. Предлагаем подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Яхта «Азимут-43» идеальна для семейных прогулок или вечеринок с друзьями. Длина яхты 13 метров. Ширина более 4 метров, 2 каюты, 4 спальных места, 2 душевые комнаты, система кондиционирования во всех каютах, полноценная кухня, в которой есть все, что нужно для приготовления и хранения пищи, горячая и холодная вода во всех санузлах, интернет и спутниковое телевидение, места для принятия солнечных ванн на флайбридже и в носовой части. Яхта может взять на борт до 10 человек. На этой яхте можно прокатиться по Москва-реке, а также возможны дальние маршруты. Цены на аренду яхты, дополнительные услуги и контакты в описании этого видео на YouTube. На отдыхе в выходные дни такая яхта обеспечивает комфортные условия практически как дома. В одном из наших следующих видео мы расскажем о моторных яхтах Fairline Squadron 74 и Sunseeker Manhattan 70, которые тоже доступны для аренды. Цены на аренду яхт, дополнительные услуги и контакты в описании этого видео на YouTube. А также на нашем канале выйдет подробное видео об аренде яхт в Москве с самыми интересными локациями и обзором цен. Предлагаем всем подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Поддержите наше видео лайком и сделайте водный транспорт более популярным вместе с нами. Всего вам доброго!